Валерий Константинович, здравствуйте. Вот, это Коля Жмалдинов. Вот сливы у нас все чахнут после этой зимы. Вот, здесь вот персики вот, отходят ваши. Так их накрываю. Ну, плохо видно, может быть. Вот. Вот. Вот они. Так что это мой участок. Вот и слива еле отходит. Еле отходит. Вот. Вот ваши абрикосы начинаются. Все, у всех свой характер. Здесь и академики, и королевские, и сыны манжурцев. А вот это вот пеньки, это малькова, саженцы в том году. И сливы, и персики выписывал. Все мертвое. Вот. Вот это вот получилась прививка на сливе. Вот она. Вот. Так что потихонечку ковыряемся. Не подымем. Вот груша малькова тоже. В том году чуть-чуть отошла. В этом году черти что. Вон только снизу почки. Ну, хоть черенки нарезать. Привить. Вот ваши абрикосики. Вот они. Год им всего. Все разные. Есть побольше, есть поменьше. Есть только отходят. Здесь у меня самая глина. А здесь вот чуть получше. И вон туда они идут. Вот это новые я посадил. Вот. Все по-разному ведут. Одни такие, а вот королевский в том году подморозило его заморозок макушечку, пошел кустом. Вот. Так что, а вот эти молоденькие сидят, ваши 100 штук еще посадил. Вон до самого конца, где бутылки валяются, эти бирочки белые. Сорта подписаны. Вот вчера я сливу высаживал. Вот из стаканчиков. Еще рядышком. Так что вон туда. Все мой огород. До самого пруда почти. Вот. Какая красота. Солнце восходит. Красота. Неимоверная. Лепота. Ужас, картошка начинает сходить. Вот, все. Картошку уменьшаю, сад расширяю. Вот, с одной стороны, с другой стороны яблоньки. Вон насажал. Это груши. Это груши. Вот. Вон там вот целая грядка. Вон там яблоньки. Вот целая грядка. Две грядки. Там привитые уже в траве. Вот, все потихонечку. Вон одуванчики распускаются. Полчаса назад были все закрыты. А вот сейчас я грушу вам покажу. Вот это вот на полукарликовом яблоне. Черти что, не растет, приростов нету. Вот она. Вот. А вот это вот моя груша. Прививал сам. Вот. На корневой поросль груши. У нас 5 деревьев в деревне есть. Вот. Не знаю, что будет. Морозы были. Вот, посмотрим. А вот этот отходит. Поздняя груша яковлевская. Вот. Оживать начинает с кончиков, с молодых приростов. Оживает. Кое-где цветет даже. А вот покупная 5 лет мучилась груша. Вот, вот видите, вот сухая стоит. И так по всей деревне почти покупные груши. Они мучаются, мучаются и в конечном итоге умирают. А вот груши мои.
привитые тоже на корневую поросль. Вот ваше подтверждение, на кончиках цветет. Вот на кончиках один цветок и другой. 2 года им на третий. Вот. Здесь у меня с сыном сажал он елки. Теперь не знаю, как от них избавиться. А вот это малькова тоже. О, пошла только. Вот все. Мордобойны, груши еле отходят. Ну, самое главное, черенки взять. Вот. Вот этот с Питера абрикос. Он даже этот замерзли. Вон какие за 1 год суки были. Лычи. Вот отходят снизу. Хочу на них ваши привить. Вот, не знаю, попробую. Для интереса. Здесь прививки у меня. Вот корневая поросль. Груши. Осенью. Корневую поросль лучше пересаживать для нас осенью. Вот, вот они. Весной они. А весной очень плохо приживается. Вот этот фундук. А вот это у Макарова, привитый на сливе абрикос. Вот. Но Макарова совсем другие саженцы, чем у Малькова. Вот. Так, сливки, косточек. Вот. Вот. Интересно, вот это желтое постоянно. И не хлорос, не хлорос. Не поймешь. Ну, пускай растет. Там видно будет. А вот это Малькова слива. Ой, не могу. Вот, тут тоже персики. А вот это из питомника персик загнулся на третий год. Вот это вот мои из косточек. Позавчера только пересадил из 5-литровых горшков. Вот. А вот это вот Макарова абрикос.